Сегодня свой юбилей отметил ветеран Великой Отечественной войны Борис Харитонович Конельский. Фронтовику исполнилось 95 лет, с чем его пришли поздравить сотрудники администрации муниципалитета. Борис Харитонович встретил гостей в приподнятом настроении. Начальник территориального управления Моисей Шамаилов и начальник управления социальной защиты населения Елена Гусева зачитали юбиляру поздравления от президента, губернатора, главы муниципалитета и вручили памятные подарки. Хочу пожелать только одного. Держитесь, не сдавайтесь, здоровья вам. Спасибо. И долгих лет. Вы для нас пример. Вот гляжу на вас, думаю, мне надо тоже столько же прожить. Обязательно. Спасибо. И никак не надо иначе. Вот. За время пандемии Борис Харитонович практически не выходил из дома и редко встречался с кем-то, кроме членов своей семьи. А ведь в обычное время он привык к активной общественной жизни и участию в патриотических мероприятиях. Считаю своим долгом рассказывать молодежи о том, какая была тяжелая война, как народ переживал эту войну, как сражались на фронте наши бойцы, как мы одерживали победу. Первые годы терпели неудачи, отступали, и враг прошел, аж до Сталинграда дошел. Внучка ветерана выразила благодарность администрации за то, что она поспособствовала созданию книги воспоминаний Бориса Харитоновича и всячески поддерживает его. Мы гордимся очень дедушкой и очень рады, что вы тоже здесь с нами поддерживаете нас. Спасибо огромное. Поздравления продолжились за праздничным столом, где ветеран за чашкой чая вспомнил о днях сражений за Родину.